Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» наградили активистов общественной организации «Серебряные волонтеры». Торжество прошло в библиотеке номер 1. Оно было приурочено к прошедшему Дню волонтера и новогодней акции «Серебряная елка». На мероприятие также приехали участники СВО, чтобы лично поблагодарить добровольцев за помощь, которую они много раз от них получали.